за доставку. Ну здравствуй, красотка. Что тебе здесь нужно? Я пришел к тебе. Ты же знаешь, я не рада твоему визиту, так что лучше тебе уйти. Я ведь принес тебе подарок. Это мило, но мне ничего не нужно от тебя. Это самое малое, что я могу позволить себе. Ты достойна большего. А вот и корреспонденция от Джина. Как же он красив в этой военной форме. Я так полагаю, мое присутствие здесь излишнее. Срок службы военно-воздушных сил Корейской армии составляет 24 месяца. Пехота и морфлот служит 21 месяц. В Южной Корее военная служба обязательна. Для всех мужчин от 18 до 28 лет ее должен пройти каждый. В Корее служат даже кей-поп-звезды, пример тому Джин из BTS. В Корее за уклонение от службы в армии грозит уголовная ответственность. Также уклонение от армии не одобряется и обществом, поэтому может иметь огромные последствия для репутации уклониста в будущем. Все военнослужащие, проходящие службу, получают жалование. Оно составляет примерно 600 тысяч вон в месяц или 36 тысяч рублей. По корейским меркам это очень мало. Перед тем, как распределить призывников по батальонам, все проходят поэтапную 5-недельную подготовку. Как вы считаете, в Корее сильная армия? Не грусти, Джису. Слепый взгляд.